Сегодня 21 сентября, второй день работы выставки «Текстильдекпром». Я хочу познакомить наших зрителей с этой выставкой, что на ней происходит, какие фирмы выставляются. Сделаем такой экскурс. Сейчас 11 часов 20 минут. Время московское. Давайте пройдем. Комментариев особых давать не буду. Все видно на картинке, поэтому смотрите. Единственное, буду рассказывать вам, если встречаю на партнеров нашего журнала, то об этом буду сообщать. Вот компания «Сермия». Во главе с руководителем «Саулюса» и девчата, партнеры нашего журнала. Компания «Солери» тоже во главе с руководителями, партнеры журнала, представляют «Араблу» колготки, здесь же и купальники, да, и «Габриэла» колготки. Добрый день. «Базблю» Польша и итальянские колготки «Араблу». Посмотрим дальше. «Фионета» купальники «Литва». Партнеры нашего журнала. Сегодня люди есть, внимательно смотрят. Девчата с хорошим настроением. Посмотрите на купальники. Так, в этой части белевиков практически нет, кроме вот китайской компании. Пойдем дальше. Компания во главе с Тиграном Татавасяном, вот он на обложке на нашем журнале и на предыдущей обложке. Лучшая компания, которая производит вот такую прекрасную продукцию. Это лидер российского рынка, безусловный. Теперь можно помахать. Евгений с Игорем о чем-то разговаривают. Ори, итальянская марка, партнеры. Только начинаем сотрудничество. Магистраль. Купальнички магистраль, Изабель Мара, Лили Байжелидон, Ребекка и Марчел. Наши друзья-партнеры. Рекомендуем. Амели, это значит Дарси Трейд, тоже наши партнеры, тоже одни из лидеров российского рынка. Индефини, ударение, надеюсь, правильно поставил, тоже рекламируется у нас продукция. Очень хорошим ценам предлагается. Интервью будет в следующем номере. Добрый день. Там дальше нет никого по нашей теме. Шантемили. Партнеры. Прекрасные купальники. И корсетка.
украшает эту часть экспозиции тоже наши партнеры Гарсения компания. Эльфа Мэй, Гарсения, Альфа. Вот смотрим, что представляют. Добрый день. Там уже одежда левее пошла, мы туда не идем. Поставщиков кружев это Argus компания, это турецкие материалы, очень хорошие ребята, для тех, кто производит что-то, вот прямая дорога к ним. Дарья увлеклась. Глора, Латвия, практически единственный, кто остался из латвийских производителей здесь. Очень хорошая корсетная продукция. Наши партнеры. Артаев производит фурнитуру для белья. В своем роде лидер. Ну и Ламо Фабрикс. То есть здесь и комплектующие, и материалы. И завершаем компанией Верали. Давние партнеры, друзья, с великолепной корсетной продукцией по очень хорошим ценам. Здравствуйте. Вот на вас мы и завершаем наш экскурс по выставке. Показали нашим читателям, вернее зрителям, лучшие компании, наших партнеров. Вами завершаем. Спасибо. Так что приглашаем, да. Надеюсь, что будут новые клиенты. Спасибо вам. Ну вот, немного, да? Но все, что есть, мы вам показали. Спасибо.